Круто. Тут разный, по-моему, вид мяса, да? Да. Такая вот подача крутая. Ну, я мясо не ем, поэтому я даже от этого. Потому что или ты ешь, или ты не ешь мясо. Не бывает такого, что чуть-чуть. Или ты куришь, или ты не куришь. Не бывает чуть-чуть и иногда. Или ты пьешь, или ты не пьешь. Вот я сегодня только в самом начале при входе, когда угощали шампанским, я его выпила и все. И у меня я весь вечер пью морсик. Вот. Так что поэтому не бывает такого, что. И ты пьешь? Пиваешь, даже если совсем чуть-чуть, если даже вот один раз, да, то это ты все равно пьешь, пиваешь, да? Или ты не пьешь, то есть совсем тогда, я сама себе говорю, Алёна, ну тогда совсем не пей. Вот, ну немножко совсем чуть-чуть при входе. Что-то я не отказалась, но это было единственное, совсем чуть-чуть. Вот, далее. Или ты, это я сама еще для себя, во-первых, закрепляю, или ты куришь хотя бы одну сигаретку, да? Не знаю, в месяц, в полгода, да? Ну ты ведь уже куришь. И вот я сама себе говорю, что я уже совсем не курю. Мне это не интересно. Но меня это не раздражает. Я мясо не ем. Потому что я знаю, что оно несет пользу, это точно. Такие вот дела. Поэтому сами себя делаем, рассказываем о себе, о том, к чему мы идем, что для нас важно и ценно, и транслирую я для вас, мои друзья. Вот такие дела. Вот такая у нас сегодня крутая вечеринка. День рождения нашей команды «Мир один» в Крутом ресторане.